Ну, завтра матч с серьезным соперником, один из лидеров чемпионата. То есть мы сейчас на противоположной стороне турнира таблицы. Как это отразится вообще на поединке? Каким он будет завтра? На дне поединка. Я думаю, что соперник по-настоящему серьезный. И очень серьезные игроки играют. И тем более, что они находятся, скажем так, на вершине турнирной таблицы. Мы внизу, но мы хорошо работаем. Мы делаем все, чтобы ребята восстановились и поймали свою форму. И, конечно, посмотрев на таблицу, можно делать трагедию, но посмотреть на, скажем так, на молодые лица нашей команды, можно понять, что им очень трудно поймать тот ритм игры, который нужен для суперлиги, чтобы победить и основных и сильных соперников. Но они и мы все делаем, чтобы команда заиграла, и нам чуть-чуть только не хватает, чтобы поймать свою уверенность и попасть. Мы дадим бой, и я уверен, что завтра будет не менее зрелищная игра, как мы играли и против многих соперников, как Азамаша, Донецка. Вы говорите, чуть-чуть не хватает. Чего чуть-чуть не хватает? Проблема Днепра плоскости физики или все-таки психологии? Психология и нехватка, скажем так, одного разыгрывающего. Это самая основная проблема у нас, которой нету. Которую надо решить, и надо решить очень скоро. Сейчас идет работа? Идет работа, поезд, но в среднесезонье достаточно тяжело найти такого человека, который бы подошел к команде, который бы помог команде, который был бы человек, который мог общаться с коллективом, который у нас есть. А когда уже станет понятно, будет ли состав? Скоро. Ну, сколько? Не знаю. Неделя, может. Может день, может два. Спасибо.